Кстати, Юлия Пересильд уже выбрала песню, которую будет слушать в ракете перед стартом. Не, ну я без Аллы Борисовны не полечу. Ну, конечно, Алла Борисовна Пугачева. Ну... Юля, Алла Пугачева и не отпустит вас, пока вы не посмотрите видеообращение, которое она записала специально для вас. Дорогая Юлечка, ты так долго готовилась к этому событию. А если долго мучиться, у тебя обязательно все получится. Надо только крылья распахнуть и взлететь над прежней над собой. И, пожалуйста, не забудь послать осенний поцелуй нашей планете. Замечательной планете. Мы ждем тебя. Возвращайся. Космос нас любит. Космос нас манит. Ровно через неделю старт ракеты «Союз МС-19».